Судебные приставы Чувашии арестовали 7 автомобилей должников. Очередной рейд прошел на стоянке торгового центра «Лента». Работа с должниками проходила по уже сложившейся схеме. Сотрудники управления с помощью приложения «Мобильный розыск» выявляли должников по регистрационным знакам автомобилей. Так, в ходе рейда был выявлен должник, имеющий задолженность по налогам на сумму более 50 тысяч рублей. Автовладелец не гасил долг, и приставы арестовали машину и эвакуировали ее на штрафстоянку. Всего 7 автомобилей были отправлены на ответственное хранение до тех пор, пока их владельцы не оплатят долг.